Приветствую всех, друзья! С вами канал Дневник коренного крымчанина. 11 мая 2022 года. Закончились праздничные выходные. Жизнь идет своим чередом. Я сегодня в Алуште и сделаем с вами прогулку по Профессорскому уголку. Сейчас я нахожусь на улице Чатырдакской и спустимся с вами ближе к морю. Сначала на улицу Аллея Декабристов, а дальше на набережную. Набережная так и называется, улица Набережная. Ну все, друзья, идем, смотрим. Открываются шикарные виды на Профессорский уголок, на море. Внизу находится аквапарк, а я сейчас на видовой площадке и на улице Чатырдакской. Небольшой ветерок дует, 18 градусов тепла. Яркое солнце. Вот здесь еще одна видовая площадка. А мы с вами по крутым ступенькам спустимся вниз на набережную. Ребята, вот это дичка. По-видимому, грушка. Вот уже зависть. Будут плоды. Друзья, ну вот эта улица называется Аллея Декабристов. Если мы пройдем, и выход будет где кафе «Чайка». А мы с вами сейчас мимо аквапарка идем на набережную Профессорского уголка. Ну, так это я поняла, где Олег предлагал. Ага, это сразу по дороге. Да, сюда, по аквапарку. Наводят порядок в аквапарке, чистят бассейн, все готовятся к сезону. Любимый звук болгарки. Ну, еще каких-нибудь 15 метров, и я на набережной Профессорского уголка. Вот это набережная Профессорского уголка. Сразу здесь кафе «Семья»,
посмотрим цены. Люди уже загорают на пляже. Экскурсии по горному Крыму. Ближе к морю спустимся, послушаем звуки моря. Вода чистейшая, прозрачная. В профессорском уголке мелкогалечные пляжи. Алушинский аквапарк готовится к открытию сезона. Добрый день, а подскажите, с 1 июня откроется аквапарк? Ну, как обычно, с первого, да? Всегда было первого, да. А мы с вами идем дальше по профессорскому уголку. Шикарные сосны, итальянские пини. Бросают тень на набережную. Отель «Аквапарк». И здесь же находится ресторан «Миндальная роща». Ветерок немножко поддувает. И здесь же находится ресторан «Алустон». А вы устрицы ели? Давайте зайдем посмотрим цены на устрицы. Ну и также и меню. Также есть алкогольные коктейли с собой, глинтвейны. Ресторан «Алустон» приглашает провести торжественные события, детские праздники, банкеты, дни рождения, юбилеи, торжественные мероприятия, банкетный зал. Лазерная светотехника и батут. Оплата можно банковской картой. Ну что, друзья, сейчас зайдем, посмотрим. Ребят, вот так выглядит этот ресторан «Алустон». Виды открываются на набережную, на наше ласковое Черное море.
Сделаем сейчас обзор. Если прохладно, можно уединиться в этом зале. Зайдем на верхний ярус, посмотрим. Иудино дерево шикарно цветет. Ну и здесь же батут. Подрастающее поколение может здесь повеселиться. И в этом ресторане подают свежие устрицы. Интересная инсталляция, меленка. Ну и банкетный зал. Огромная агава. Друзья, ну и посмотрим Алустон, меню. Крепость Алустон построена по приказу императора Юстиниана I в 6 веке. На входе также есть небольшая аннотация о Алустоне. Ну и посмотрим ценник. Завтраки есть. Яичница, омлет, творожная запеканка, каша молочная. Можно поставить на паузу и посмотреть цены. Сейчас мы страничку перевернем. Ну, большой выбор. Салаты с ветчиной прошутто. 200 грамм 680 рублей. Паста. Вторые блюда. Медальоны, стейки, каре барашка с овощами, антрикот из свинины с грибами, утиная грудка. Это мангал, шашлык из мяса, лаваше, 100 грамм, 190 рублей, люля-кебаб, 550 рублей, рыбка на гриле, барабулька черноморская, 200 грамм, 550 рублей, грибы гриль, овощи на гриле. Я сейчас узнал, что здесь также можно заказать устрицы. Одна устрица с лимоном стоит 250 рублей. Ну все, ребят, идем дальше. Друзья, вот снимал я сейчас ресторан Алустон. Зашел, сначала разрешили мне съемку, дали меню, начал делать обзор. Потом подошла администратор и сказала, съемка запрещена. Позвонила руководство. Оказывается, у нас запретные зоны для съемки уже есть и рестораны. Некрасиво. Кухня по-домашнему. Кафе «Сэндвич». Небольшой оазис, где можно отдохнуть. Юка. Розы должны скоро распуститься.
Друзья, это детище академика Бекетова, вилла Марина. год постройки этой виллы. Мы немножко пройдем по парку. Ирисы цветут. Декоративные карпики в бассейне плавают, проточную воду подают. Здесь зоны отдыха. Да, друзья, сейчас я нахожусь возле Grill & Bar. Посмотрим устрицы и меню этого заведения. Вот здесь у нас по ТКЧ все написано. Устрицы 300 рублей. Холодные закуски. Сырная плата 980 рублей. Горячие закуски, морепродукты, рапаны, мидии. Черноморская рыба, барабуля, рыба в ассортименте, камбала, улов рыбака, три вида рыбы. И адрес. Город Алушта, улица Набережная. Ну, зайдем посмотрим. А Набережная сколько у вас? Адрес? 13. 13? Друзья, Набережная 13. Это Grill & Bar. Барная стоечка. Шикарные виды открываются на профессорский уголок, на море. И вот здесь находятся устрицы. Цена 300 рублей. Большие устрицы. А вы подаете также в соусе, да? Соусом лимончик. Ну все, друзья, идем дальше. Спасибо. Посмотрим, какие еще кафе открылись. Обязательно зайдем в новое кафе. Оно уже работает. Как и обещал, сделаю обзор. Напомню, что раньше это было кафе «Лукоморье». И тут рядом отель «Морской» 4 звезды. Но он пока еще не открыл свои двери. Покажу вам телефоны. По вопросам бронирования звоните по телефонам. Раньше это было кафе «Лукоморье». Друзья, ну вот в профессорском уголке, угол улицы Набережной и улицы Комсомольской, открылось кафе. Название будет обязательно, но оно работает в тестовом режиме. Это новое кафе, атмосферное место. И сделан здесь дизайнерский ремонт. Помашем ручкой, улыбаемся, изображаем радость. Ребят, ну вот так выглядит
Посмотрите, как все сделано аккуратно. Столы, диваны. Удавается еще озеленение. Это все из натурального дерева. Так, ну, ребят, и поднимемся сейчас на второй этаж. Тотем такой стоит. Обратите внимание, дизайнерский потолок. Очень интересно. И вот эти деревья так сделаны. Вообще бомба. Красота. И большой просторный зал. А, друзья, и еще хочу вам сказать, что вот эти окна, они все открываются. Да, дизайнеры здесь на славу постарались. Спасибо большое. Вообще класс, супер у вас, конечно, получилось, здорово. Широкая лестница. Так что посещаем это кафе. Сейчас я зашел, сделал небольшой обзор этого кафе. Оно работает пока в тестовом режиме. И также и меню в тестовом режиме, но... Скоро здесь там еще небольшие будут доделки, озеленение. Ну и дальше мы сделаем уже полный обзор этого кафе. Друзья, ну а мы с вами идем дальше. Катера уже стоят возле причала. Это рыбаки, морская прогулка и рыбная ловля. Отель Русалма. Давайте посмотрим, как готова здравница к новому сезону. Лобби-бар. Зонтики поставили. Шезлонги. Ухоженная территория. И здесь еще объект, но потом я вам расскажу, что будет находиться. Олеандры, пальмы. Магазин правильных напитков, и на втором этаже будет кафе. Друзья, и здесь на улице Набережной магазинчик Массандра. Но продается не только Массандра, но и другие бренды. Это магазин правильных напитков. Оригинальный магазин. Вот по такой ступенечке надо будет подниматься и обратно спускаться. Но я понимаю, это все будет укреплено, поставят перила. Но посмотрим, как это будет выглядеть.
кафе Санта-Крус готовится к открытию с хорошей кухней. Уже натянули тенты. И там дальше также открытая терраса. Феодора, бывший Днепр. И вот уже один лоточек открылся напротив с овощами. Огурцы 150 рублей. Молодой чеснок 70 рублей. И лук ялтинский 200 рублей килограмм. Помидоры 300. Голубика, ежевика и малина. И клубника. Свежайшее. Бахчисарайский район, Крымская. Лоточек 250 рублей. Это свежий горох. 150 рублей стакан. 250 рублей голубика. Ежевика также. И малина 200 рублей. Спасибо, девушка. Хорошей вам торговли. И пойдем мы сейчас с вами на городской пляж Профессорского уголка. Люди уже загорают, отдыхают. Переменная облачность. Друзья, сейчас шел со съемочки, и вон там на предпоследнем этаже отвалился кусок гипсокартона. А машины стояли вот здесь, возле бордюра. Но ни одна машина не пострадала, пролетела мимо. Вон кусок еще висит. Опасно. Кипиш на воле. Друзья, ну, старик Кинкалыч работает в полном объеме. Есть посетители. И также ресторан Хачапури. Грузинская кухня. Вон аварийно опасный кусок гипсокартона. С вами канал Дневник коренного крымчанина. Подписываемся на канал YouTube, также на Яндекс.Дзен и Телеграм-канал. Но Рутуб сейчас невозможно зайти, находится на ремонте. Это платформа. Всем, друзья, удачи и добра. Еще будет много интересного. Пока-пока, еще увидимся.